Здравствуйте, меня зовут Светлана Седова. Сегодня мы с воспитанницами детского сада «Брусничка» проведем мастер-класс по изготовлению конверта-открытки для папы, так как скоро 23 февраля. Девочки, а 23 февраля – это что за праздник? Да надо поздравлять папу, братьев. 23 февраля – это День защитников Родины. Два десятка лет назад этот праздник носил несколько иное название – День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Как и любой другой праздник, День Защитника Отечества имеет свою историю. 28 января 1918 года Владимир Ильич Ленин подписал декрет о создании рабочей крестьянской Красной Армии, а некоторое время спустя им же был подписан декрет о создании рабоче-крестьянского Красного Флота. Таким образом, появилась армия нового типа, которая в первую очередь защищала интересы государства, рабочих и крестьян. Огромное количество рабочих Петрограда, Москвы и других крупных городов стали вступать в ее ряды. В многолетней героической истории Советской Армии и Военно-Морского Флота количество исторических побед и подвигов не знает своего точного числа. В год Великой Отечественной войны, в жестокой битве с немецким фашизмом, Советская Армия смогла отстоять свободу и независимость нашей Родины, спасла мировую цивилизацию от фашистского варварства ценой миллионов жизней и изломанных судеб советского народа. И сегодня уже Российская армия надежно защищает свою страну от всех врагов. Наш солдат показывает образцы смелости, мужества, героизма. 23 февраля уже давно стало особенным днем для всего российского народа. Ну а мы начинаем делать подарочную открытку для тех, кто имеет непосредственное отношение к этому празднику. Для изготовления открытки нам понадобится лист А4, он уже у нас разлинован по линиям, по которым мы будем с вами его сгибать. Также у нас есть заготовка квадратного листа. Это будет наш галстук для нашей рубашки. Также у нас есть схема, по какой мы будем работать. И еще есть у нас вот такие оригинальные звездочки, которыми мы украсим нашу открытку. Для этого нам еще понадобится клей и карандаши цветные. Вы готовы? Да. Приступаем. Начинаем сгибать наш конверт вот с этой узкой полоски по линии, по узенькой, вот так начинаем аккуратненько сгибать. Теперь сгибаем по следующей полосочке, по второй и еще по третьей полосочке. Девочки, следующим этапом мы берем карандашик, открываем клей и намазываем только вот эту узкую полоску, низ первого листочка. А чего не хватает на нашей рубашке? Бантика. Пуговицы. Галстука. Правильно. Да. Сейчас мы с вами его сделаем. Видите, у вас сгиб по диагонали? По этому сгибу сворачиваем. Берем левый уголок нашего квадрата и прикладываем его вот так к серединке. Должно получиться у вас вот так. Точно так же подворачиваем в правый уголок. Дальше, девочки, вот этой лицевой стороной поворачиваем, кладем на стол, чтобы перед нами были вот такие кончики. Видите, вверху у нас получился треугольник. Мы его вот так, примерно на сантиметра 3, загибаем вовнутрь. Да? На себя, да. Теперь маленький вот этот самый треугольник, кончик, поднимаем наверх, примерно к серединке нашего сгиба. У вас должна получиться вот такая складочка. Берем наш галстук и примеряем его на нашу открыточку, на нашу рубашку. Что у нас получилось?
красиво, да, получается? Да. Теперь, значит, что нам нужно сделать? Взять клей и намазать вот изнаночную сторону галстучка клеем. Смотрите, у нас с вами получился оригинальный конверт и открытка, да? А в конверт можно положить любой подарок. Ну а перед тем, как наши мастерицы приступят к декорированию своих подарочных конвертов, мы расскажем вам о технике, в которой они работают. Это оригами – древнее восточное искусство складывания разнообразных фигурок из бумаги. Все, что нужно – бумага, руки, немного терпения и фантазии. Для создания фигурок оригами существует специальная бумага, но можно использовать и любую другую. Главное, чтобы она была достаточно плотной. Подойдет, к примеру, офисная бумага, цветные листы для ксерокса или наборы блоков для записей. Размер готового изделия зависит от количества и размера модулей. Оригами не требует специального помещения, оборудования, приспособлений и при минимальной затратах на материалы позволяет создавать красивейшие вещи и получать огромное удовольствие от творчества. Складывание бумажных фигурок может стать отличным хобби для всей семьи. Это занятие очень интересно как взрослым, так и детям. Оригами развивает внимательность, аккуратность, формирует тонкие движения пальцев рук, пространственное мышление и творческую фантазию. Ребенок чувствует себя настоящим волшебником, своими руками превращая обычный лист бумаги в забавную фигурку. Существует несколько видов оригами. Если говорить о классическом, то в нем используется один квадратный лист бумаги. Из него собирают разные фигуры. Это традиционные самолетики, корабли, журавлики, лягушки, цветочки и мордочки животных. Далее идет модульное оригами. Этот вид появился значительно позже, чем классический. Но сегодня модульное оригами на первом месте по популярности, позволяя взрослым и детям делать удивительные гирлянды, мозаики, картины и составлять настоящие скульптурные композиции. Основа модульного вида оригами – заготовки или модули, которые складывают из кусочков бумаги. Модули бывают объемные и плоские. Скрепляя их между собой, можно получить любую фигуру. Популярна сегодня разновидность модульного оригами кусудама, где вся фигура собирается из множества одинаковых частей. Каждая складывается по правилам классического варианта из одного листа. Потом части вкладывают друг в друга. Сегодня такие шары используют как предметы декора, которые привносят в дом ощущение праздника и немножко восточных ноток. При мокром складывании используют смоченную в воде бумагу, которую складывают и придают моделям плавные изгибы. Мокрое складывание предпочтительно, если нужно сложить какие-то негеометрические фигуры, например, цветок или животное. Наши юные мастерицы делают подарочный конверт-открытку ко Дню защитника Отечества в классической технике. И прямо сейчас девочки приступают к ее украшению. Я изобразила свою сестру и открытку украсила звездочками. Я поздравляю всех мужчин с праздником и желаю им счастья. Я поздравляю папу и желаю ему большую красивую машину. Я желаю всем здоровья.